गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदानय कृष्णाय तदभक्ताय नमो नमः वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंस राधा कंस नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदावई तुलसी देवी प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्यै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर कृपा साधि श्री गौरवभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सर्वाग्रे Прежде всего, я приношу свои почтительные поклоны Дандават Пранама к лотосным стопам моего Парамараджи, это Гурупада Падма, Нитилева Правишна, Вишнупада, Штотара Шата, Шишимад Бхактивиданте, Шиливамани Гасвами Махараджа, и также Нитилева Правишна, Вишнупада, Штотара Шата, Шишимад Бхактивиданте, Шилинараян Гасвами Махараджа и их лотосным стопам я приношу Анантакоти Шаштанга Дандават Пранама. Также Нитялила Правиштам Вишнупата Штотарашата Шишимат Бхактивиданти Свами Махараджу. И также Нитялила Правиштам Вишнупата Штотарашата Шишимат Бхактивиданти Тиртхига Свами Махараджу. Также Прапуджа Чарану Шимат Бхактивиданти Говинди Махараджа. Также Прабоджа Чаран Мадхави Госвами Махараджа. Также Паджапат Дамодар Махараджа. Шипат Парамахамси Махараджа. Шипат Парати Махараджа. Также всем вайшнавам и вайшнаве, матерям, сестрам, слушателям Харикатхи, я приношу свои почтительные дандават пранамы. Мы слушаем прекрасную Харикатху от Прабуджа Чарана, Шипат Говинда Махараджа. И он рассказывал, что описывается в Писании, что в Кали-югу святые имена Шри Кришны даруют нам самого Шри Кришну. В другие юги была медитация, огненное жертвоприношение, поклонение божествам. Но в Кали-югу провозглашается высшей ягей, высшей деятельностью. Святые имена Харинама Санкиртана. Так, в античные времена все, что бы они делали,
тут же мы получали результат. Но в Кали-югу век раздора и лицемерия, нет ничего чистого, поэтому высшей деятельностью является... О, пошло. В Двапара-югу было поклонение божествам, но в Кали-югу невозможно поклоняться божествам чистым образом. Так Писание говорится: «Харирнам, Харирнам, Харирнам Айвайва Кевалам, Калава Настиева, Настиева Гатирани Тха». В Кали-югу люди повторяют святые имена Господа, их Прабху. Так они достигают высшего поклонения. Поэтому не так важна медитация, огненные жертвоприношения, поклонение божествам, как святые имена Господа. Хари Кришна Махамантра. Поэтому 100 000 святых имен мы должны повторять очень громко. Один лак святых имен мы должны повторять шепотом. Тихонечко, Махарадж показывает. И еще 100 000 святых имен мы должны повторять в уме. Так в Писаниях провозглашается слава Харинам. Махапрабху говорил, тот, кто повторяет один лак святых имен, может, я буду принимать пхоку из его рук. Махапрабху বললেন আমি লক্ষগৃহের লক্ষপতির গৃহে যে লক্ষপতি বলে আমাদের ব্রাহ্মণগণ দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ বললেন এখন তো লাখ টাকার কিছু মূল্য আছে আপনি বলুন একটা রিস্কাওয়ালারও লাখ টাকা আছে এক লাখ টাকা এখন কিছুই নয় এখন লাখ টাকার কিছুই নয় কিন্তু সেই সময়ের কথা বলা হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথ পুরীতে ছিলেন আজ থেকে 500 বছর 535 বছর আগেকার কথা হ্যাঁ প্রায় তাই তখন বলে 1 লাখ টাকা তো বলে 1 পয়সাও নাই হ্যাঁ তাহলে প্রভু কি আমাদের গৃহে ভোজন করবেন না হ্যাঁ কিন্তু মহাপ্রভু সেখানে ব্যাখ্যা করলেন 1 লক্ষ জানি এক কেন্দ্রিক হয়ে মনটাকে ভগবানের দিয়ে নাম করতে হবে তার নাম ও চরিতাদি সুকৃত নারু স্মৃত Так Махапрабху описывает значение, насколько наш ум должен быть сосредоточен на цели. Когда мы воспеваем святые имена, наш ум должен быть сосредоточен, глубоко погружен. Так Махапрабху описывает, что мы должны повторять 1 лак святых имен. Не так, Хари Кришна, Хари Кришна, и ум уже побежал думать о других вещах. Нет, нужно быть сосредоточенным на своей цели. Он говорит, Махапрабху, что это служение божественной чите ради Кришны. Так он описывает, как совершать харинам. В другие юги тот результат, который мы получаем благодаря медитации, огненных жертвоприношений, поклонению божествам, все эти три вещи, все эти результаты от этих трех видов деятельности заключены в воспевании святых имен. Хари Кришна Махамантре. Так Махапрабху описывает нам путь воспевания.
Если мы будем воспевать святые имена, мы обретем высший результат. Тринадапи Суничана, Тарорапи Сахишнана, Аманина, Манадена, Киртани Садахари. Так, Бхактивинод Такур описывает в этом баджане. Мы должны воспевать святые имена Кришны. Поэтому благодаря воспеванию святых имен мы достигнем высшее совершенство. Это единственный путь достичь высшего совершенства жизни, обрести самого Господа. Нужно освободиться от аппарат. Каким образом? Только Кришна Нама освобождает от всех аппарат. И также от всех страданий, от хидавики, от хибаутики. И от трех видов страданий в этом мире. Так мы обретаем освобождение от пут этой материальной природы. И от хибаутики, то есть трех видов сжигающих нас материальных страданий. Только воспевание святых имен. Это означает, когда святое имя будет танцевать на вашем языке, такой преданный будет горько плакать, танцевать и кататься по земле. Эвам Вратаксу Приянама Киртя. Поскольку в святом имени содержится рупа, гуна, качество, облик и лилы Верховного Господа, все содержится в святом имени. Так Махапрабху описывает нам метод воспевания святых имен. И что мы обретем благодаря воспеванию святых имен? Так он провозглашает, что все виды деятельности сатья-юги, трета-юги и двапара-юги, медитация, огненные жертвоприношения и поклонение божествам содержатся со святом имени. Результат от этих видов деятельности можно обрести благодаря воспеванию святого имени. Так, благодаря воспеванию мы обретаем даршан Бхагавана. Так, в этой шлоке Махапрабху говорит, я обретаю святое имя. Я воспеваю святое имя Господа Шри Кришны, и я обретаю все, что мне необходимо, поскольку оно так могущественно. И нет ничего более высшего, чем святое имя Господа. Mm-hmm.
যে দেখুন রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেল কোথায়? লঙ্কাতে নিয়ে গেল, হ্যাঁ, সুদূর সমুদ্র পার করে, হ্যাঁ, কিন্তু দেখুন হনুমান কি করলেন, নল নীল, তারা জয় শ্রী রাম কি, так стратаёг ханаман он вскрикивал জয় শ্রী রাম, হ্যাঁ, রাম নামে এত মহিমা, টিভিতে দেখছেন И он собирал святое имя во всех местах, где воспевается оно. И он брал бы, когда Господь Рама строил мост на Ланку, на них писал имена Рамы. И эти камни не тонули в океане, они плавали на поверхности. Так Господь Рамачандра наблюдал за этой прекрасной лилой, которой являли его преданные. И Хануман был такой энтузиастичный. Так, видя эту лилу, своих преданных Бхагаван взял один камень. Но он не писал там свое имя. Так он... Итак, он взял этот камень, Господь Рамачандра, и забросил его в океан. Этот один камень. И этот камень стал тонуть. Он просто отправился на дно океана. Он не плавал на поверхности. И тогда Рамачандра спросил Ханумана, почему мой камень тонет, а твой тонет? А твои камни плавают на поверхности? Хануман ответил, о Прабху, потому что на твоих камнях я написал твое святое имя, поэтому они плавают на поверхности. Но на твоем камне не было написано твое имя, поэтому он потонул. Так это прекрасная лила. Являл эту прекрасную лилу, являл Господь Рамачандра, и Хануман также вкушал ее. Так, когда Хануман смотрел на Господа Рамачандру, когда Господь Рамачандра закидывал камни один за другим в океан, Господь Рамачандра устыдился и сказал Хануману, мои камни тонут, о Хануман. А Хануман ответил, о, Прабху, если ты бросаешь их, эти камни, на них не написано твое святое, куда плыть? В античное время наши матери, они мололи зерна дала. এই কথা বলে আমি সমাপ্ত করছি। তুলসীদাস বলছেন তার দোহার মধ্যে রাম নাম এক অঙ্কটি কি, কতগুলো আপনার অঙ্ক জানেন বলুন তো, হ্যাঁ, এক এটা কানি
перемалывают эти зерна. Некоторые зерна молятся сразу, а некоторые сверху падают вниз под этот камень, которым женщины молят эти зерна дала. Горошины. Большим количеством имени, перед большим количеством суммы, и сколько бы ни было суммы, всегда будет ноль. Но если мы этот ноль переместим за единицу, тогда этот ноль добавит большое исчисление к сумме. Подобным образом, сам Господь без святого имени, вернее, святое имя Господа, подобно тому, подобно единице, которая все увеличивает, поскольку оно более могущественно, чем сам Господь. Так просто необходимо воспевать святые имена Хари Кришна Махамантру. На этом Пуджапад Бхактиданта Бан Махарадж закончил.